покажу, как надо. Вот на этой веточке. О, видишь? Переверни. Бери свой конец сюда, перекидывай. Вот теперь вот так. Вот так вот. Вот, встал ты. Все, погнал. Ты не вот этой штукой видишь, Паш, оставь. Понял? Ты не вот так вот размахиваешь. Ты бьешь прямо. Вот только оно у тебя в конце сходится. Так вот. Видишь, не дергаются ноги никуда. Глеб. Тренируйтесь. Мне кажется, эти справа машины можно поставить. Да, он сейчас есть. Из-под ног убери все лишнее, чтобы не шарахать. Можете собирать доски. Ух ты! Сейчас будет процесс обучения распознавания червей. Самка или самец. Все, достали червяков? Не, а как узнать, самка или самец? Сейчас покажу. Вы же не знаете, ни хрена бы. 35 лет не умеет определять червей сам самца. Зачем это? Вот смотри. Как определить? Давай, Матвей, давай. С червем. Как определить, самка или самец на червя? Я думал, на рыбе. Я же про червей говорю. Вот смотри, бери червя. Бери в руки. Вот так вот. Между зубов такого, раз, и тяни. Если застрянет, значит самец. Потому что самец яйцами цепляется. Подготовка спального места, да? Все, выноси, вытаскивай, чтобы не мешало. Чик. Стой, стой, стой. Не вставай на него. Вот, разворачивай. Все. Я вот такой большой, в такую маленькую палатку должен поместиться, да? Вот в такой проход надо мне влезть. Вот такому. Винни-Пух. Гости кролик. Не, ну ты там разместись тогда, что-то. Все. Вот, видишь, как говоришь. Плохо. Так вот и сбил. У тебя тут, блядь, вдвоем можно.
жить. А это тут у него вентиляция. Бздит тут. Цель как? Вон тогда уж, что он от дерева кидает. Чтоб не промахнуться. И если улетит, то недалеко в горку. Ох, круто, в землю попал. Я пошел, Глеб. Ты с первого раза воткнешь? Ну-ка. Потом я пошел. О! А ты говорил с первого раза. Так это еще тренировочный. По дереву попасть. А, три пристрелочных, да? Почему? Еще разок. Потом я еще раз попробую. Потом я вам расскажу, как. Это как с рогаткой. Смотри, учись. Напоминаю, вот как ножи держат. И вот так вот. Угу. Вот. Вот, положил его. Придавил. Так я так и держу, а? Опять вверх. Да, я попробую. Где бы в дерево попал? Пойди, рогатка не смотри. В дерево попал. Давай. Дайте я попробую. Четко, но черенком. Мать. Потом пересмотри это видео, там Матвей. Вот. Почти. Смотри, Матвей. Что, смотри? В ту же цель куда? Да, я попробую. Да? Ураган на улице. Шарики ветра сдувало. Да. Баночки. Рука прямая, нож прямой. Нет, больше не прямой. Стой, я теперь. Рука прямая, нож прямой. Теперь у меня кривые руки, прямой нож. Надо же снять, это я! О, видите, да? Видите, да? Это я! Сейчас, подожди! Я рядом хотел снять. Там, снимай там. Ага, снимай там. Ага. Давай, черенок. Ну, почти. И топор давай досылай, уйди. Нет, топор не попадет. Ты ее сильно закручиваешь. Да? Да. Можно я лопатку? Прям сильно. За дерево кидать. Не сильно ворота. Давай. О. Давай. Сильнее надо. Почти. Топор что? Летит! Да пап! Матвей и лопата. Мимо. Ну, у меня, короче, лопаты лучше получаются. О! Ну-ка, пошли, похвастай. А, ну давай, давай. Что там, нож-топор? Денис. Нож мимо. Топор в лопату. Убил лопату топором. Не расщепил, ничего, черенок. Нормально. Подожди, не кидай. Не, сейчас снимаю.
С первой попытки рванул. Тяжеленный пипец его метать. Да, потом мы попробуем. Блин, знаешь, что крюк сзади, так что ты позвать прям? Да чуть-чуть, как будто сейчас себе, блядь, щепокнешь. Где второй? Тут. Че, поднять? Он начинал сюда. Не знаю. Я вроде начинал. Нет, надо у вас 4-4. Если пятый забивает, то следующий тоже сюда. Вот он промазывает, надо так. Да. Разрыв в один должен быть. Да. Давай, кто следующий? Идет напряжение. Счет 4-4. Спортсмены в полном изнеможении уже не понимают, какой сейчас будет гол, кто как забьет. Попов, второй бросок. Мимо! На позицию выходит Матвеев. Матвеев разминает плечи. Сейчас он всем покажет. Эх, как показывает. Какие результаты. Все мимо и мимо и мимо и мимо. На позицию выходит Попов. Он как всегда. Руки, 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 как закинет сейчас. Как... Вы смотрите, как он намакивается. Матвеев, давай 5-4, 5-4. Еееее! А Попов на розу. На второй розу кидай свой, да, второй кидай. На розыгрыш. Так, если Попов сейчас промазывает, то он занимает позорное второе место. И 5 щелбанов. Раз. Давай, соберись. Да! Мимо. Так. Проигравший. Проигравший. Победитель. А в тот раз я выиграл. Раз, два, три, четыре, пять. Пошли. Есть. Еще. Утро третьего дня. Че, как дела? А? Плохо? Почему? Не хочу уезжать. Уезжать не хочешь? Что, понравилось что-то? А, мы, кстати, Рыколовку проверили, там пусто. Ну все, что, сборы, домой. Весь наш мусор. Запас дров следующим отдыхающим. И коровки. Все, давай. Давай. Спасибо. Давай, пока. Вот так.